На основании какого закона вы меня остановили? У меня? Документы, а вот. Что, боитесь? Да, вы я боитесь? Вас боюсь, документы в развернутом. У вас водительского нет? Документы в развернутом виде. Что сказано? Смотрите. Инспектору. Видите водительское мое? Видите. Правила читали? Правила читал. Законность вашего требования. Законность вашего требования. Что закрылись-то? Чего законность боитесь? Вашего требования. Я вот так вот сейчас вы делаю. Вы что-то перевозите? Я нет. А вы кто? За невыполнение законных требований сотрудника полиции. Я вас что, предоставьте я документы? Документы в развернутом виде. Документы. Вы отказываетесь документы предоставить в развернутом виде? Я вам уже документ. Я ничего. Ты видел документы? Ничего я не видел. Вот камера записывает. Нету, не было никаких документов. Что вы мне рассказываете? Вы не выполнили законного требования. Я ничего не знаю. Вы мне предоставьте доказательства. Я не буду вам давать никакие документы. Они у меня есть, я вам их показал. Еще вопросы есть? Отказываетесь предоставлять? Я не отказываюсь. Законное требование какое? Отказываетесь? Законное требование какое? Я вам все сказал. Что вы мне сказали? Я повторять не собираюсь. Я тоже вам повторять не собираюсь. Согласно правилам дорожного движения... Какого пункта вы меня остановили? Обязаны передать инспектору... Причина остановки вы мне объясните мою? Я не буду. Вызывайте вашего там начальника, пусть едет сюда. Начальника, я не отказываюсь, вызывайте начальника, я не буду с вами разговаривать. Как? Вызывайте начальника. Вы что, отказываетесь вызвать начальника сюда? Отказываюсь. Я не отказываюсь, я еще раз говорю. Вы начальника сюда, пожалуйста. Какие законных требований? Где законное требование? Я не буду ничего глушить. Законность требований какая? Какой закон? Закон какой я нарушил? Вы меня что, игнорируете? Какой закон я нарушил? Что вы объяснили мне? Вы мне ничего не объяснили. Документы в развернутом виде предоставьте мне, пожалуйста. Вы что, как маленький-то? Вы мне все предоставляли. Я ничего не видел, вы даже не растягивали свою куртку, чтобы мне что-то показать. Вы мне что, вы меня задерживаете сейчас? Что перевозите? Вы меня задерживаете? Вы закрылись, чего-то боитесь? Я вас боюсь. А чего боитесь? Я вас боюсь. Чего боитесь? Я вас боюсь, еще раз говорю. Вы мне документы предоставьте, я не знаю, кто вы. Я не знаю, кто вы, я даже из машины выходить не буду. У вас документов-то нет. Да ладно. Вы уверены в этом? Номера посмотрите. Видите номера какие новые? Сказать, когда на учет поставил? А? Документов у вас нету. Это у вас, может, документов нету. Я даже не знаю, кто вы. Вызывайте главного сюда. Ну? Что? Надо, вызывайте главного, все. Либо я еду дальше, либо вы сейчас составляете протокол задержания, незаконного задержания. Да вы что вы говорите? Потом за физическую силу не боитесь отвечать? Не боюсь. По закону? Не боюсь. Не боитесь? Ну давайте, это удачи. Да? Предоставьте мне доказательства того, что я нарушил, как я нарушил, где я это нарушил. А то умные достали уже, каждый день тормозят. У вас что, на эту Жигули или что? Вас посадить на копейку, будете ездить на копейке, вас все будут тормозить. Начальник, вызывайте сюда. Звони в дежурку. Давай звони в дежурку. Сейчас мы позвоним в дежурку, сейчас приедет ваш начальник. Будем разбираться. Все, до свидания, пока. Вы на свой личный телефон снимаете? А? Товарищ инспектор, или кто вы? На личный телефон снимаете? Все, понял вас, игнорируйте. Какое законное требование? Вы сейчас свое законное требование скажите на вашу камеру. Законное требование ваше скажите на вашу камеру. Вы не остановились. Что я не остановился? Законное требование об остановке вам будет выписан штраф.
память. Да вы что? Это все равно память. Еще есть. Товарищ инспектор, вы меня задерживаете или нет? Составляйте протокол задержания. Прямо здесь. Такого не существует. Как не существует? Вы уверены в этом? Где вы такое видели? Все, до свидания. Интернета. Вы, смотрю, ничего не читаете, да? Хоть книжечку откройте, правила почитайте хоть раз. Вам вы полезно. Закон абсолютно не знаете, вы не учились. Это вы закон не знаете. Образование 9 классов, наверное, у вас. А нет, у меня образование высшее, в отличие от некоторых. Вы даже не знаете о том, что нужно передать документы инспектору. Я не знаю, я знаю, только вы не инспектор. Здравствуйте. Здравствуйте. Человек ДПС отдельного взвода ДПС, я заколол ваши документы. А ваши можно посмотреть? Ради бога. Соколов Павел, да, Игоревич? Причина моей остановки вы мне скажете? Неподчинение остановки сотрудникам ДПС. Хорошо, как-нибудь доказать это можете? Докажем в суде. Нет, ничего не знаю, сейчас вы мне доказываете это. Документы, пожалуйста, предъявите. Видите документы? Что? Видите, документы есть. Так, тут присутствуют двое понятых. Мы сейчас имеем по 183 приказу. Я еще раз говорю. Вас вышвырнут с машины, доставить в отдел. Вы себя вышвырните с машины. Вы себя вышвырните. Вы как вообще разговариваете? Вы почему голос повышаете на меня? Документы предоставьте, пожалуйста. Я вам еще раз говорю, законность. Документы, я вам рассказал все. Как? Ну вы мне предоставьте. 183 приказа, мой Эверов, Зиминский. Вы обязаны нам предоставить документы. Вы меня как останавливали? Если останавливали? Вот вы мне сказали, я вот здесь вот стою, я же остановился. Досмотр вашего транспортного средства, вы понимаете? Досмотр вы хотите произвести? Так, а за что я здесь стою-то? Вы меня остановили, чтобы произвести досмотр моего транспортного средства. Обязательно. И все? Уже отказываюсь. У нас я не отказываюсь. Я вам говорю, вы меня остановили по причине досмотра моего транспортного средства. Документы предъявите, пожалуйста. Вы меня не слышите? Или не хотите слышать? Откройте. Я вам открою багажник. Вы мне скажите законность вашего требования. Вы меня почему остановили? Что огласит этот приказ? Огласит, вы потом в интернете посмотрите. Ну, а мне зачем в интернете я с вами стою разговариваю? Вы мне вменяете какую-то вот непонятные мне цифры. Вы мне объясните, что это. Никуда меня не надо вытаскивать. Алло! Нет, понятые, видите, машину ломают. Вы не выполняете закон. Какое законное требование? Немедленно открыть дверь. Какое законное требование? Вы что, охренели, что ли? Слышишь, ты чё мне стекло ломаешь? Ты чё, дебил, блядь, конченый? Ты чё делаешь? Сейчас мой отчим придёт, ты натуре сейчас отхватишь. Я тебе стекло сейчас натуре разобью. Ты чё делаешь? Ты чё мне машину портишь? Стекло разобью. Понятые, вы видите это всё? Какая, какое законное требование? Законность требования какая? Слышишь, ты чё мне дверь ломаешь, блядь? Чё охренел? Ты чё мне дверь ломаешь? Машина выходит. Из машины выходим! Слышишь? Выходим из машины! Руки! Руки назад! Руки назад! Руки назад! Руки назад! Руки назад! Из машины выходим! Следующий! Выполнение закона требования! Физическая сила! Давай! Положим все! На капот все! Все! Телефон мой положил! Все временное! Все из карманов. Как тебе вытащить? Ты руки держишь. Запрещенные предметы. Ты руки держишь. Все, выкладывай. Из карманов. Телефон мой на место. В машину уложу. Сюда. В машину уложу. Сюда выкладываем. Вот тут